счастье наш роман. Семь заветных узелков на счастье мой талисман. Маленьких. С праздником вас! Ваши аплодисменты нашим замечательным деткам! Наши воспоминания о детстве – это прежде всего яркость всех чувств и эмоций. А значит, мы стартуем в яркое и красочное детство. Для вас поет народный вокальный ансамбль «Ронда». Встречаем вашими аплодисментами! Что долго скрывала я, ты сделал ставку, словно можно.
Ваши аплодисменты нашим замечательным вокалисткам. Большое счастье, что мы видим мир в цвете. Без этого жизнь была бы скучной и унылой. Тем не менее, человек приобретает цветное зрение не сразу. Цветной мир открывается ребенку в определенной последовательности. Сначала он воспринимает красный, оранжевый, желтый и зеленые цвета. И только уж потом фиолетовый, синий и голубой. Возможно, это объясняется различной длиной волны, которой обладает каждый цвет в солнечном спектре. Мы можем любить один какой-то цвет, и тем не менее радуга нас всегда восхищает. Будьте смелее и ярче. Радужное, оптимистичное настроение – это здорово. А хорошее настроение нам будет дарить вокальный инструментальный ансамбль «Сиера». Ваши аплодисменты, бендеры! Ура! Эй, эй, эй!
Группа «Сиера», ваши аплодисменты! Дорогие друзья, вот и наступил долгожданный праздник солнца. Самый долгий праздник. Праздник солнечного лета! Каждый день эта радость большого праздника будет распахиваться, как новая страница интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой будут и песни, и картины. И игры, и сказки, загадки, походы и приключения. Каждый день лета – это радость, отдых и праздник. А самое главное – это мирное небо над головой. Итак, встречаем наших замечательных солисток группы «Ронда». Ваши аплодисменты! Чистые, как небо, назад нельзя.
Давайте поддержим аплодисментами наших замечательных вокалистов. Аплодисменты. Следующий состав группы «Виагра».
Но мы продолжаем нашу концертную программу «Раскрасим лето вместе». Сегодня мы вам расскажем о каждом цвете отдельно. Итак, красный цвет самый сильный, как показывают исследования, именно ему дают предпочтение дети. Это у нас красный цвет может ассоциироваться с вызовом агрессии, а для ребенка это активность, уверенность и праздник. Красный цвет выбирает сильные, смелые, предприимчивые и энергичные личности. Приветствуем всех, кто в красном! Давайте похлопаем друг другу и встречаем группу «Сиера». Come on, cause baby's waiting, I am sexy man.